11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ты же там авокадо трогал. Все. Ну, а я авокадо здесь не трогал. 22. А так вообще 31, да? 22 это без повторок, а с повторками, да? 31. У нас теперь 32, мам. Смотри, у нас два друга из корпорации Монстров. Мам, я умру вопрос. Почему у меня Салли, а у нее Циклоп? Нет, как там его зовут? Майк Вазовский. Мама. Да. Еще у нас есть Микки Маус. Это сладкая парочка. И Минни Маус. Ты куда показываешь? Туда надо. Вот. Мама, он еще две королевы. Ничего не дает. Мама. Ты жалуешься, что ли? Гриша мне ничего не дает, и все. Нету Грис. Мы китайцы. А вы куда? Только проснулись, да? А, смотрите, нам 4 скрипыша до всех. Доброе как? Утро. Мама, здрасте, с добрым утром. 4 Ушла. Когда мы тебя выгоняли, ее посадили. Черника. Она даже не реагирует. Она сейчас специально ляжет. Ты это кушать, она сама первая. Да, черника уже за столом, да? Я тебе сейчас дам пульт. Садись, ешь. Погромче он хочет. Да хватит и так. Так, все, наш завтрак. Ура, бутербродики. Вроде бы всем по два считала. Всем по два? Ну, вроде бы так считала. Тогда положите себе по два в каждый этот. И еще один. И все, в тарелочку. Нет. Чтобы потом не было ни десяти. Так, ну что, теперь уже можно выходить, да, пап? А ты чё? Не, я только поснимать хотела, как ты тут детей катаешь. Афоня! А ты уже их не катаешь. В общем, теперь тут папа еще Афоня! Чистит. Ну, а еще это выметать и будет ровно, да? Да, ну вот. Угу. Здесь неровности. Ну как, ровно, смотря с чем сравнивать. Ну да, если прям с плиткой, то, конечно, неровно. Так, теперь надо все здесь собирать. Кто там переживал, что у нас не будет травы? Будет трава. И трава тоже будет. Афонька! Так что не переживайте. Будет все. Так что здесь будем делать газон. Ну, еще не знаю, когда. Ну, вот землю нужно будет завозить. И будем стелить рулонный газон. И делать полив, который, знаете, вот это автоматически сам выдвигается из земли. Так что... Когда-то это тоже будет, ну, в ближайшем будущем. Ну, не в зиму, конечно. А Афоня на санках. Ой, папа, держи его. А, и вот так вот чистят бетон, да? Сглаживать. Все, Афанасий, слазь. Сейчас туда я что, одеваюсь, туда выхожу подметать? Давай. Уже все, да? Ты уже все сделал? Да. Почистил? Ну все, я туда сейчас оденусь и буду подметать. Я рукой чуть-чуть протерла. Все, я уже вышла на помощь мужу. Он тут мне приготовил веник и водичку. Потому что бетон теперь нужно нам мочить, чтобы он хорошо застывал. И весь мусор так вот вымываем. Теперь тут у нас, конечно, стройка-стройка. Здесь вот такая штука. Можно было выровнять, чтобы все это было очень гладко. А! Угу. Но, во-первых, оно будет скользко. Во-вторых, мы все равно здесь хотим плиткой еще выкладывать. Поэтому... Бетон здесь для того, чтобы плитка не проседала, потому что у нас такая земля здесь неоднородная, и плитка могла бы проседать. Зоя тут уже гоняет. Так что вот так вот. Почему залили бетоном? Потому что хотим здесь плитку.
Так, я тут сейчас буду убирать под навесом, начинаю все подметать. Ребята здесь мне разбирают палисадник. Будущий палисадник, в который нужно посадить тюльпаны и гиацинты. Досыпать сначала земли, да? А потом посадить тюльпаны и гиацинты. И будет красиво весной. Куда? Давай искать. Из кармана? Все, приятного нам аппетита. Будем сейчас доедать лапшу вчерашнюю, плов, огурчики, грибы. И где-то еще пюре я грела. Хлеб. И хлеб. Мне уже тут эту клумбочку засыпали землей, поэтому нужно посадить сюда тюльпаны или нарциссы, в общем, что-нибудь или то и то. И мама говорит, что надо уже посадить сюда, как эти называются, типа анютиных глазок. Вот такие вот цветочки. Они как раз у нас практически всю зиму цветут. Но сначала нужно луковичные на весну, а на зиму вот анютины глазки. У нас тут уже закат. Такой прям золотой, я бы сказала. Я уже еду домой, съездила, написала примерно список продуктов и накупила их. Там помидорки всякие, куриную печень взяла. В общем, такой список продуктов на неделю. Не знаю, успею ли сделать заготовки, но хотя бы продукты будут. Список тоже есть, и что из этих блюд готовить. Поэтому купила их и неделю не буду морочить себе голову. Ну, будем, соответственно, докупать там молочку, сметану. Что еще можем докупать? Молоко обычное, хлеб и сметану, и все. Я тут несу морковку. А у нас тут ужин папа, который готовит. Это жареная картошка с грибами. А где грибы? Уже там? Или нету их там? А вот они, да? Запах вообще классный. Неси надо лук, чеснок. Все, лук понеси. Лука побольше и чесночин штук 10. Что так много? А дети тут пока катаются на великах. Я ему мостики положила. Ага, как в парке Галицкого прям, да? Да, парк Галицкого. Ой! ДТП! ДТП! Нет, это не ДТП, он проехал. А ну, давай, 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 сходу, разгоняйся, 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 вот! Мимо! Ай, большой угол, большой угол, большой угол! А куда ж ты? Ой, короче, у вас тут весело, да? Я за луком пошла. Слышишь, а мне так нравится. Да? Когда все носят? Ой-ой-ой, мама отходит. Вот уже, я уже принесла блюдо. Уже будем сейчас выкладывать? Не, сейчас пар чуть-чуть, это ага. Лишняя вода найдет. Поджарить. Давай тогда блюдо оставляю, пошла стол нам готовить. Да. Приятного аппетита! Так, можно я теперь пройду? Пап, ты меня пропустишь? Пап, ты меня пропустишь? Будем, кстати, пробовать виноград сегодня. Ну, виноград закатанный, а Афоне не понравился. Но мы попробуем, да, папуль? Я не хочу пробовать. Так, ну что, в общем, нигде, кроме ванной, уединиться не могу, чтобы сказать вам пока. Спокойной ночи. Сегодня последний день каникул. Вот дети до 10 все спать. Делали сегодня там кое-какие уроки, которые задали. Антошке там еще вышивку надо, но мы ее не вышили. Будем, в общем, вышивать. До среды надо принести ее.
Вот, написала сейчас Григорию заявление о том, что он не будет питаться в школе, потому что, не знаю почему, или он вырос, или действительно такое стало питание в школе. В общем, у нас получается 60 рублей, по-моему, порция стоит. При этом платим 10 рублей государство и 50 рублей родители. Ну, там 49-50, там точно я не помню. Ну, вот порция. В общем, 50 рублей платят родители, 10 рублей государство. Не знаю, Гришке не нравится. Антошка сейчас в этом году стал питаться платно, то есть начальная школа питает, вернее, бесплатно. Антошка питается бесплатно, а Гришка, получается, вот мы платим в месяц почти 1000 рублей. 900 там с чем-то. И он не ест. Поэтому написала заявление. И я, получается, 2 месяца за него просто платила. Он не ходил, не ел. Поэтому думаю, что нет смысла вообще платить, если он не хочет есть. Не нравится ему, невкусно. Хотя до этого 4 года вообще проблем не было. Либо такая была еда. Не знаю, что это было. Как вообще ваши дети питаются? Нравится им школьная еда? Потому что до этого, реально, в прошлом году никаких проблем. 4 года я даже не слышала. Я слышала от других родителей, что что-то там не так. Но моим детям, я у них спрашивала каждый раз, им было все отлично. И Антошке, и Гришке. А в этом году... Я не знаю, что изменилось, но невкусно. Сказали, невкусно, не так. Или меню такое, не знаю, сейчас же там все меняется, какие-то эксперименты с меню. Поэтому как-то с питанием у нас не сложилось. Антошке ничего, естественно, писать не буду, потому что все это бесплатно. Не хочешь, не ешь. Хочешь, ешь, в общем. Поэтому как-то так. Ну все, на сегодня все. Завтра скажу вам, кстати, цены. Если вам, конечно, они интересны, по поводу бетона и по поводу воды. Сколько нам это все обошлось, мы все записали. Так что напишите, если интересно, то расскажем, чего сколько стоило. И да, там было много противников бетона, я понимаю, честно, сейчас это смотрится просто, блин, ну не очень. Но сверху будет плитка. И в нашем дворе без плитки, вернее, без бетона было никак, потому что уровень был очень большой, перепад. Мы поднимали, и то мы делали не по тому уровню, который нам показывал лазерный уровень, вот этот вот, который в темноте лазером светишь, потому что там надо было еще выше поднимать. Делали склон в одну сторону, и, ну, в общем, для того, чтобы положить... плитку. Поэтому, чтобы положить плитку, нам нужно было обязательно залить бетоном, чтобы плитка не проседала, потому что если большой слой гравия, ну, в общем, плитка может проседать. А кто-то там по траве бегать, ну, вы не были у нас во дворе, вы не видели, что там творится. Может быть, на камере это смотрелось нормально, но на самом деле это было ненормально. И трава, и все будет, ребят. Тут столько травы, вы себе представить не можете, поэтому трава будет точно. Просто вот здесь, вот именно перед навесом, нам хотелось, чтобы была такая площадка. Мы там еще сделали навес для таких посиделок, потому что виноград убрали. А все равно там 2-3 раза залито, мы все равно там сидим. И вообще постоянно этим всем пользовались, виноградником, столом, тенью, да, этой, но от винограда очень много мусора, мы его практически не едим, все время отвозим дёжке Лёше на вино, поэтому там все будет, все распланировано, все увидите, ну, естественно, это в ближайший, там, не знаю, год, наверное, потому что это же все финансы, и плитка нам, наверное, обойдется столько же, сколько и бетон, если не дороже, поэтому завтра, если вам интересно, цены все расскажу. В общем, все, всем спокойной ночи, я спать.